в эскорте, можно сказать, да? У каждого человека свое понимание хорошо, плохо, обалденно, супер-пупер, умопомрачительно. И всю книгу она просто восхищается им. Кажется, у меня именно со школы вообще такая нелюбовь, как все этой классики. И она находит такого гуру по финансам. Это такая женщина из Южной Кореи. Блин, начала читать эту книгу, правда, там прослезилась. Южная Корея. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас будет видео о книгах. Я в последнее время очень много книг прочитала, изучила, да, мне стало так интересно. Обычно я это делаю все вечером, когда малыш уже засыпает, либо начинает засыпать. В общем, я читаю книги. Ну и так удается мне их быстренько прочитать, есть свои секретики, вот, и я хочу с вами, в общем-то, поделиться последними книгами, которые я прочитала. Многие ждали это видео, итак, приступим. Первое, о чем я хочу сказать, это первая это нет книга, которую я прочитала, она уже была вторая. В общем, в основном я их читаю в онлайне, я не буду говорить здесь, на какой платформе, дабы вы не подумали, что сейчас будет какая-то реклама, да, мне хочется действительно искренне сейчас поделиться информацией, которой я узнала, да, какие-то впечатления, которые я получила, чтобы вы на этом акцентировали внимание, а не на том, что на какой платформе можно взять эти книги. Очень много всяких платформ, которые мы можем скачать и читать онлайн книги, да? Итак, давайте первое, о чем я хочу рассказать. Все-таки книга, которая очень сильно на меня повлияла, это вот эта книга Юваль Ной Харари «Сапиенс. Краткая история человечества». Еще есть такая же книга «Краткая история будущего». И еще я увидела практикум, даже там, как типа жить в этом мире со всей этой информацией, которая здесь. В общем, то есть еще одна книга, которую я хочу прочитать. Но прочитала пока две. Вот «История человечества» и «История будущего». Был перерывчик, пришлось Милку забрать к себе, потому что они с Денькой бесятся там. Итак, эта книга, конечно, почему я ее вообще решила читать, вообще мой учитель, мой буддийский учитель, он вообще советовал прочитать всем своим ученикам эту книгу, потому что она, ну, вот прям вот рекомендует всем прочитать, да, чтобы быть в курсе, как бы. И я, ну, и я как человек, который доверяет уму, доверяет знаниям и мудрости этого человека, всегда читаю книги, когда советуют такие люди, как он, да. Ну и плюс потом я начала много смотреть, что эту книгу очень хвалят, и многие мои друзья прочитали эту книгу. Я подумала, что я должна... Что это, книжка? Зайка, да, это книжка, мама снимает видео, я сниму это потом... Это яичко. Нет, это отпечаток пальца. И, в общем, после того, как эту книгу многочисленные рекомендовали, да, мне, естественно, я ее все-таки думаю, надо уже прочитать. И, честно говоря, вообще меня в последнее время, я так заметила, очень сложно чем удивить. То есть что-то такое прочитать, мне кажется, было прочитано уже много книг, посмотрено много вдохновляющих фильмов. И вот каждый раз, когда смотрю, думаю, ну не удивили, ну ничего, ну все то же самое, как бы, да. И я всегда радуюсь, когда мне удается находить книги, которые все-таки тебя впечатляют, для тебя что-то открывают, я не знаю, новые знания, факты и вообще. В общем, прочитав эту книгу, я поняла, что автор сделал огромнейшую работу, просто огромнейшую работу. Эта книга настольная, ее просто так не прочитать, знаете, один раз прочитал, в общем-то, запомнил все. Нет, здесь очень много фактов, очень много предположений, очень много изучено материалов для того, чтобы написать эту книгу. Когда я прочитала эту книгу, мой мозг просто немножечко ошалел, честно говоря, от информации, которую я получила. Что-то для меня было просто в новинку, о том, то, что я вообще, в принципе, не знала ни сном, ни духом. Несколько глав этой книги я просто ревела навзрыд, особенно когда были главы про животных. Я просто даже не знаю, как добываются там те или иные вещи. В общем, для расширения своего, не знаю, просто своих знаний, элементарных просто знаний, да, эта книга очень полезна, реально, очень полезна любому человеку. Я думаю, что вы в ней откроете для себя очень много интересного. Я не хочу вдаваться в подробности какие-то, да, дабы не красть ваши впечатления. И вообще даже я считаю, что человек уже крадет впечатление, когда он просто хвалит книгу и говорит, она супер-пупер, она супер-классная. У нас у всех внутри понятия,
объясню, что такое красить впечатление в моем понимании, да, поэтому я стараюсь вообще просто ничего даже не говорить, мне даже это видео сложно снимать, потому что мне кажется, что любая моя фраза – это уже краду впечатление, но я стараюсь очень аккуратно высказываться, чтобы вас просто замотивировать что-то прочитать, да, но при этом не красить те самые впечатления, которые вы можете получить самостоятельно. Может быть, вы читали уже подобные книги, да, и для вас ничего нового здесь не откроется, да, но я не читала подобные книги, и думаю, что таких книг, наверное, не очень-то много, раз те, кто читают вокруг меня, да, все прям восхищаются, разных уровней абсолютно люди, разного кругозора. Думаю, наверное, эта книга какая-то особенная, не зря она такая популярная на весь мир, да. У каждого человека свое понимание хорошо, плохо, обалденно, супер-пупер, умопомрачительно, да, поэтому каждый раз, когда я апеллирую такими словами, вы ожидаете, что в этой книге будет, на ваш взгляд, что-то упомрачительное, а на самом деле в вашем понимании упомрачительное – это совершенно другое, нежели в моем, понимаете? Поэтому вы можете читать эту книгу уже с такими ожиданиями, что здесь будет что-то супер-пупер, да, невероятное. Читаете эту книгу до конца и думаете, да когда ж наступит вот это мое невероятное? И в итоге разочаровываетесь в этой книге, и она не производит того самого впечатления на вас. Поэтому для меня, честно, это очень важно, очень. Потому что, опять же говорю, книга какая-то может изменить мир, но если украли впечатление, то вы ее можете недооценить. Вот. Но, как бы, книга в топе, да, и, в общем, кому не лень вот такую толстую книгу читать, я ее не сразу осилила, то рекомендую. Также книга следующая, которую я прочитала, это история, краткая история будущего, там в основном идут предположения, да, что тоже очень умная книга, реально перелопачена куча информации, вот этих всех фактов мне нравится, да, что видно, что человек, который писал, это, ну, не просто, знаете, там философствовал, предполагал, он реально отталкивался от каких-то фактов, какие-то даты, какие-то события, какие-то научные разработки, которые сейчас, да, происходят, и как вот оно все идет, какие тенденции у нас в мире, и много предположений. Вот если оно будет так, да, то оно будет вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, короче, глаза округляются, да, у тебя. Ну, а если вот оно пойдет так, и очень много здесь научных вот таких вот, знаете, моментов, что разрабатывается, а вот если вот, я даже, ну, а вот если вдруг там вот искусственный интеллект, да, вот сейчас на сегодняшний день оно так, а вот завтра оно будет так, а потом так, и в итоге доходит до того, что, как в фильмах, знаете, вроде бы фильм, фантастика, придумали машины, да, что у нас много машин, что все делают роботы, и что человек, в принципе, может быть, потом даже не нужен. И что же делать человеку в таких вот новейших технологиях, когда все делает робот, да, и, в общем, к чему все это приходит, это очень интересно. Это, блин, захватывающе так, честно говоря. В общем, и, да, прочитаю я еще и третью книгу обязательно, короче. Кто читал, тоже можете кратенько в комментариях писать свои отзывы. Там, например, да, рекомендую прочитать, классное. Вот хотя бы так, без лишних подробностей. Но если у кого-то есть свое какое-то развернутое мнение по поводу этой книги, потому что я в отзывах читала, когда кто-то писал там, ой, очень много предположений, очень много типа фантазии автора. Ну, на мой взгляд, это просто, знаете, есть люди, которые любят противоречить. Ну, реально, книга очень крутая. И вот так, чтобы критиковать ее, ну, как бы, я бы не стала. Я считаю, что ее стоит прочитать. Далее книга, которую я сейчас читаю, я прочитала где-то 2/3 сейчас этой книги, которую я давно очень хотела читать, это Зубарева «Кишка всему голова», и это третья книга, кстати, Зубаревой. Оказывается, у нее еще есть 2 книги. Не, я знала, что у нее есть книги, просто я думала, что это одна из первых, поэтому ее решила первую прочитать. У нее есть «Вальс гормонов 1», «Вальс гормонов 2». А о чем эта книга? Эта книга о том, что многие болезни, самочувствие и вообще много все, что происходит с нашим организмом психологически, и всякие прыщи и болезни, короче, во многом кишечник наш тому виной, да, и если нам хорошо, тоже кишечник этому вот заслуга его. И здесь описывается о том, да, какие продукты, как они влияют на организм, как это все происходит. Очень интересно, есть таблицы какие-то, есть, блин, ну, я не знаю даже, это тоже настольная книга, которую тоже вот так вот, знаете, не прочитала, все здесь постоянно приходится возвращаться к каким-то моментам, к каким-то таблицам,
Вообще Зубареву, откуда я ее читаю, почему я ее читаю. Я как-то ходила на ее семинар в Ростове-на-Дону, меня пригласили. Знаете, ну, я не помню, как назывался семинар, просто для женщин, что-то там здоровье, там. Ну, вообще, это не только для женщин, это для всех книга. Здоровье и так далее. В общем, пригласили меня в VIP-места с подарками, да, чтобы я сделала анонс. Просто в Инстаграме анонс этого мероприятия. В общем, Зубарева, она как-то ездит по городам, да, дает эти лекции, помогает людям информацией всякой разной. Я вообще без всяких либо ожиданий пошла на эту консультацию, просто обалдела. Не консультацию, а лекцию. И просто обалдела. Людей, во-первых, было очень много. Вот, но для меня не суть важно, что за люди, что. Я сидела в одних из первых рядах и внимательно очень слушала. Следила за манерами, повадками. То есть для меня не только еще важно, что человек говорит, важно, как он это говорит, как он это преподносит, как выглядит, тоже важно. И, в общем-то, меня все просто очаровало и вдохновило, убедило. Зубарева, она этот альтернативная медицина у нее, да. Вот она, то есть, как бы у нее, по-моему, есть медобразование, все такое. Но у нее вот альтернативная медицина, что когда к ней приходят с какими-то проблемами, да, она дает какой-то определенный список анализов. У нее, кстати, пороги немного отличаются от, допустим, там порог там гемоглобина должен быть от стальки до стальки, да. У нее там свои могут быть цифры, где норма, где нет. Вот. И, в общем, с этими анализами человек приходит, и она смотрит, как и что. Он приходит с анализами, приходит с какой-то проблемой. Она смотрит, как и что, и они начинают с того, что они меняют питание. Что-то исключают, что-то добавляют. И, в общем-то, таким способом лечится очень много болезней. Человек приходит в норму, и, то есть по-женски, чуть ли там, ну, несерьезные даже проблемы, понимаете? Такие даже, где диагноз ставят неизлечимо и ничего не делают. Очень много примеров в этой книге такой. Вот, честно, я ей настолько доверяю, что если со мной что-то случится, я поеду в Краснодар. Она в Краснодаре, по-моему, принимает. Я поеду в Краснодар к ней для того, чтобы вот именно таким способом вот лечиться. Я как-то вот доверяю как-то альтернативной, да, нетрадиционной медицине, вот с такой точки зрения. Она очень все это подробно объясняет, что здесь невозможно поспорить, как бы, да. Плюс есть какие-то примеры, очень много у нее практики, у нее папа тоже непростой человек, она как бы идет вроде как по его стопам, у нее Инстаграм очень крутой, очень полезный, вот, вплоть не только даже еды, а всякие средства, которые мы используем. Вот иногда я, конечно, читаю вот так вот, ее заморачиваюсь, я начинаю очень много энергии во все это тратить, и потом мне становится плохо, я немножко отхожу от нормы, и... Все время переживаю, потому что мне на самом деле хочется идеально поддерживать, мне хочется средствами хорошими пользоваться, мне хочется есть нормальную, хорошую еду полезную, чтобы она и я, и ребенок, и все мои близкие, да, и мне хочется использовать продукции те же, я не знаю, там, пить из пластика тоже вредно, да, есть определенные там печати, формулы на пластике, когда нельзя с бутылки одноразовой пить воду повторно, да, она выделяет уже какие-то токсичные вещества, которые тоже пагубно влияют на наш организм. В общем, этого всего очень много, и, конечно, мозг взрывается от всего этого. Но в любом случае, я считаю, что просто знания, да, которые в этой книге, и, может быть, даже мелкими шажочками идти к этой цели, тоже очень важно. Часто, когда я покупаю какие-то продукты или еще что-то, мне пишут, вот, ты типа там не ешь сахар, да, зато покупаешь сладости, это противоречие и так далее. Ой, у меня нет противоречий, честно говоря, в том, что я делаю. У меня просто цель одна – прийти к этому ко всему. Но как я к этому иду? Очень медленно. И это очень сложно, на самом деле, в нашем мире, когда... если бы не было у тебя кучи соблазнов всего этого, да, если бы не кормили тебя с детства всего этого, и на прилавках всего этого не лежало, а лежала только одна польза, было бы, конечно, проще. Но в наше время... когда просто столько много энергии надо потратить, чтобы найти полезный продукт, да, а еще и не обращать внимания на твое любимое, вкусное и неполезное, это очень сложно. Поэтому я пока что отказалась просто от сахара, просто белого сахара. И я знаю, что сахара этого белого очень много в разных продуктах, но я не могу в раз взять и отказаться от всего. Не получается.
не получается. Мало того, что это нужно внутри что-то переключить, чтобы просто отвращение у тебя от всего этого было. И другой момент, это надо чем-то заменить. Это тоже все непросто, особенно когда ты человек в беготне все время, да, ты где-то там, и ты уже хочешь кушать, и у тебя нет времени просто заморочиться едой. Ну и что касается ребенка тоже, это еще сложнее, чем кормить ребенка, потому что все с сахаром, просто все с сахаром, это ужас. Но знание, сила и мотивация тоже рулят. В общем, я где-то 2/3 этой книги прочитала и потихонечку читаю. В основном все у меня на платформе, да, это вот книги, которые должна была дочитать. Я читаю онлайн в телефоне, поэтому сейчас я открою свою платформу и буду вам дальше говорить и здесь показывать книги, которые я читала и свой отзыв. Итак, давайте начнем сначала первую книгу, которую я прочитала на этой платформе. Это Таня мне порекомендовала, называется «Тайные виды на гору Фудзи» Виктор Пелевин. Пелевина я очень люблю, потому что одна из первых книг, которую я вообще прочитала с эзотерическим таким уклоном, это вот эта книга Пелевина «Священная книга оборотня». И это не та книга, которую я прочитала. Эту книгу я купила специально для того, чтобы прочитать ее там второй раз, и чтобы она была у меня на полке, как напоминание той самой первой книги, которая как раз-таки перевернула мой мир, да? О чем я говорю, что книга может перевернуть мир. Вот в этой книге, да, кто ее не читал, она очень интересная, она про лису. У него, кстати, все время какие-то названия, у нее имя смешное очень было, я не буду здесь его говорить, потому что оно матное. Вот, у него, да, такие названия интересные. Девочка была оборотнем, и эта девочка имела знания 2000 лет, то есть она жила 2000 лет, такая вот оборотень, да, и превращалась в лису и работала... В эскорте, можно сказать, да? Вот. Книга очень интересная тем, что насколько мудра была эта девочка. И вообще, когда я прочитала эту книгу сначала, я такая думаю, боже, я такая хочу быть умная. Я тоже хочу иметь мудрость 2000 лет, а можно и больше. То есть, чтобы у тебя были какие-то тайные знания, вот что-то такое. И я верила, что такие люди есть. Вот я читала ее и думаю, блин, как же мне стать такой умной, я тоже так хочу, откуда знания, где я начала читать, и где-то здесь было написано, что все, что вы прочитали, типа, это фантастика и так далее. А я думаю, что, блин, ну не может человек написать эту книгу, не обладая этими знаниями мудрыми, которые написаны здесь. Вот. Ну, в конце концов, интересно, привела судьба меня к тому, вот к буддийскому взгляду, да, и у Пелевина у него очень много в книгах буддийского, то есть просто другими словами немного сказанные. И вот как раз-таки книга, которую я прочитала, «Тайные виды на гору Фудзи», там тоже она интересна, там идет две параллельные истории. Значит, одна история про богатых мужчин, которые не знают, как себя развлечь в жизни, и нашли там какого-то помощника, и этот помощник им подкинул кое-что, вот, что дальше развиваются события, да, чтобы не красть ваши впечатления, опять, дальше развиваются события, что происходит с этими ребятами, что как бы они видят, знают и так далее. И это все буддийский взгляд. Вот все, что касается ребят, это все буддийский взгляд, только другими словами, да, то есть слова заменены. То есть в буддизме называется это вот так, да, а здесь они вот другим словом назвали, да. Вот, но я знаю буддийский взгляд, поэтому вот там точно оно, и мне было очень приятно это читать, и с другой стороны, как бы на это посмотреть другими словами, да, вот такая аналогия, я очень люблю аналогии. Вот, а вторая история, там про женщину, и там я уже понимаю, что это не буддийский взгляд, а какой-то другой взгляд, и я его не знаю. Там как бы женщины, ягуаны, тоже что-то там ворожит она, что-то они там занимаются какой-то непонятными тоже вещами такими. И даже своих друзей спрашивала, говорю, ну здесь понятно буддизм, а здесь, говорю, история про что? Это, говорю, что за взгляд? Это где у нас такому учат, да? И тоже как бы предполагали, я сейчас даже не буду говорить, кого предположили, какой из взглядов там эзотерических, да, кто этим занимается, потому что я просто не помню, у меня с памятью вот такие проблемы. Ну, в общем, мне понравилась эта книга у Пелевина, я еще читала, и мне еще посоветовали классные книги Пелевина, которые я не читала, так что я их тоже, я думаю, прочитаю. Посмотрю, просто чтобы знать, потому что Пелевин, он очень известный такой, да, парень, мужчина. И как бы хотелось бы мне все его книги прочитать, чтобы быть в курсе, поддерживать разговор всего. Тем более он мне нравится, и
У него очень много буддийского. Вообще у него все собирательное, я так поняла. Он очень много разных взглядов мешает и вот создает что-то такое интересное. Следующая книга, которую я прочитала, это про порядок. Называется она «Время порядка. Эти правила изменят ваш дом, вашу жизнь». Автор Алсу... Да, автор Алсу Мухаммедшина. И вашу жизнь. Изменят ваш дом и вашу жизнь. И, честно говоря, да, у меня все в хаосе. Я даже не знаю эти все правила порядка. Но на самом деле книжка мне понравилась. Вот у кого тоже проблемы такие с тем, что дома все время какой-то беспорядок, да, все как-то хаотично. У меня так происходит все. На самом деле я очень не люблю тратить на это энергию свою, да, именно на уборку. У меня есть более важные дела. И поэтому у меня бывает так, что целую неделю я, знаете, то сделала, там оставила, там не поставила, там что-то это, тра-ля-ля. И в конце недели у меня уже, я понимаю, что накопилось, все лежит не на своих местах, пора убирать. И тогда я начинаю генералить. Вот. Потом какое-то время оно держится потихоньку, вроде удается мне класть все на свои места. А потом снова, да, вот так вот неделя или две может даже быть. И потом опять я генералю. Но всегда мне интересно, что же интересного расскажет книга и автор, что он посоветует. И мне понравилось несколько, допустим, правил я оттуда себе взяла. Например, я даже вам сейчас скажу, да, какие-то, которые мне прям запомнились. Например, для того, чтобы ложить вещь на место, очень часто мы не кладем, да, какую-то вещь, да, взяли и не ложим ее на место. Для того, чтобы ее ложить на место, ее место должно быть рядом с использованием, да. Например, если у вас, вы используете там кисточки, да, макияж, краситесь в одном месте, а хранится оно у вас в другом месте, то чаще всего у вас будет захламлено то место, где вы используете, где вам удобно использовать, например, эти кисти. То есть, если я храню вот здесь вот в спальне, к примеру, да, свои кисти и для макияжа все, беру это все дело и несу в ванну краситься, то, конечно, у меня будет ванна всегда захламлена, потому что у меня не будет времени и далеко нести, в общем, неудобно эти кисти, поэтому они там все время будут. И в таком случае лучше найти место хранения как раз-таки там, в ванне, чтобы оно непосредственно было там. И некоторые правила такие, да, я применила на самом деле. И, ну, то есть быстрее кладу на место все. То есть у меня не разброс. Если вот у меня, допустим, я здесь крашусь, а здесь у меня моя косметичка, да, то мне очень просто взять все это и убрать в косметичку. Это несложно. Нежели там, если мне это надо где-то расставлять в другие места, то, конечно, оно пусть валяется, потом уберу. Вот. И вот это одно из правил, да. Сейчас уже давно читала эту книгу, поэтому... Вот это первое, что я запомнила. Но там много вот таких интересных правил, да, которые реально работают. И я даже корзинки еще какие-то набрала, потому что очень клево, если в каком-то одном месте скапливается мелочевка всякая такая, да, ну, значит, она используется где-то примерно в этом месте. И тогда классно просто взять какой-то коробочек, да, и все туда сложить. И уже это красиво, эстетично, и какой-то по дизайну красивый коробочек. В общем, тоже это все накупила. Ну, хорошая книга, вот кому интересно, прочитайте. Она небольшая, там прям по правилам. И вот там 100 правил этих. Они коротенькие. В общем, правила и объяснения. Так, Пауло Коэльо. Господи, да, это Пауло Коэльо. Это книги, которые я очень любила. Любила, да, потому что немного они меня разочаровали, я не знаю. Вот, например, я прочитала книгу «Победитель остается один». Вообще от Пауло Коэльо я всегда ожидаю что-то такого, знаете, типа вот алхимик. Ну, первая книга, которую я прочитала у него, это «11 минут». Потом, наверное, я прочитала вторую, это «Алхимик», да. И вот «Алхимик», ну, «11 минут», она просто такая необыкновенная. Я ее читала как-то, когда была совсем молодая, она меня впечатлила. Возможно, сейчас бы, если бы я ее прочитала, она бы уже не так меня впечатлила, как тогда. Вот, «Алхимик», конечно, крутая книга, да, там вот прям вообще космос, эзотерика. Это как раз-таки было мне интересно, поиски себя. На тот момент я еще не знала, да, какой же взгляд мой, да, я еще не нашла себя в этом мире эзотерическом и куча много взглядов. Нужно определиться-то, да, чтобы идти к какой-то цели. Вот. И тогда я еще была неопределенная, мне было все интересно, что-то такое, где-то же должны быть мои ответы, поэтому все было интересно. Но «Победитель остается один» вообще, то есть просто как какой-то роман. Просто роман. Я, честно говоря, романы не особо люблю. Мне кажется, есть более интересные книги, более глубокие какие-то. Но опять же, романы разные бывают. Может быть, есть роман, который затрагивает какие-то такие вещи, да, это интересно. Но здесь
читала и думала, блин, что, реально, что ли? Это Пауло Коэльо написал? Что-то совсем меня не впечатлило, прям с натяжкой дочитала эту книгу. И потом еще какую-то Алиф, да, еще взяла книгу Алиф и тоже ее прочитала. И тоже она мне показалась прям вот уже не мое. У кого-то спросила, говорю, блин, так раньше я любила Пауло Коэльо, что это вдруг она вот так вот мне вообще не заходит? А мне одна из моих знакомых сказала, говорит, ну вообще, может быть, ты выросла из него? Я такая думаю, блин, может быть, правда Пауло Коэльо до какого-то возраста? Напишите вот свой отзыв, кто читал последние книги какие-то, как вам вообще? И как раньше, и как вот, не знаю. Я просто его читала, когда мне было 20 лет, там, да, ну, может, 25, там, 23, вот. А сейчас прям вообще никак. В общем, прочитала я Алиф, и победитель остается один. Мне не зашло, очень тяжело было. Сейчас монтирую видео и понимаю, что ни об одной книге толком не сказала. Ну, в общем, первая книга «Победитель остается один». Я даже ничего не буду говорить про нее, потому что там просто роман, просто там бывший муж, бывшая жена, что-то они там поделить не могут, какой-то любовник там, ну и концовку не буду рассказывать, кто убийца, да, вот. А Алиф — это уже из биографии, я так понимаю, Пауло Коэльо. Он рассказывает одно из своих путешествий в Россию. И, в общем, какая-то девушка к нему привязалась, что-то там она почувствовала глубокое, такое эзотерическую какую-то связь, в общем-то, и он был в каких-то поисках на этот момент, и, в общем-то, он ее там взял с собой, и вот у них там что-то происходило, тоже не буду красить впечатление, происходила у нас какая-то связь, какие-то там они испытывали тоже эзотерические моменты, видимо, что это связано с, ну, вот, с Пауло Коэльо, с его какими-то поисками себя, но вот как-то вот на сегодняшний день как-то мне показалось это неинтересным, хотя раньше он был мне очень интересен. Ну и в общем-то вот про эту девушку, да, про его какие-то там мысли, про ее какие-то мысли, ловили они какие-то там опять эзотерическими этими фразами какие-то приходы, в общем, ловили друг друга в каких-то местах, в общем, что-то такое. Также я прочитала книгу «Феномен Зара». Вообще я люблю такие, знаете, истории какие-то. Истории успеха. Вот. Я подумала, что это, да, одна из историй успеха, но эта книга, как бы она для меня открыла какие-то моменты. Ну, вообще я в Заре люблю одеваться, да, то есть она открыла мне какие-то моменты, история какая-то, да. Но вообще эта книга как-то построена на... В общем, автор этой книги — это, на мой взгляд, просто фанат вот этого основателя Зары, Амансио Ортега его имя, вот, и всю книгу она просто восхищается им, да, он такой, да, он нереальный, да, он там вот просто, вот знаете, вот, ну, понятно, что она его очень любит, и что он действительно может быть хороший такой человек, необыкновенный, но этого в книге прям так много, что оно вот прям перебивает всю суть книги. Не, если, конечно, суть книги просто восхищаться этим человеком, да, ну, вот прям это одно, да, но если это история успеха, и хотелось обратить внимание, правда, на его какие-то качества и вот что-то, то, блин, мне кажется, надо было как-то это по-другому делать, вот для меня это было прям нарочито, выпячено как-то, вот прям, знаете, вот как бы, прям вот, но суть я поняла, что человек, основатель Зары, очень хороший, очень умный, очень такой весь и добрый, и прагматичный, и принципиальный человек такой, да. Вот. Ну и тем лучше, и еще более с любовью я хожу теперь в магазин Зара. Ну и плюс история какая-то, да, там вот как это вот все они там делают, что это за такой магазин. Узнала, что в Заре, Зара это как бы раньше был магазин Зара, а потом они сделали какую-то группу, не помню как называется, что-то групп, и в эту группу входят уже Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, это для более там, кто выше среднего достатка имеет, да, потом Bershka, это тоже их для молодежных тусовщиков, да, а Stradivarius, например, было для того, чтобы наоборот, как бы, более классические вещи, чтобы там были, да, вот Bershka прям для молодежи, для тусовщиков, да, такое все там супермодное, а Stradivarius, как бы, тоже для молодежи, но более такое вот, такое классическое, базовое, более такое спокойное, короче, не кричащее. Ну, в общем, вот несколько магазинов входит, и я так понимаю, что это, как бы, все одно и то же. Ну и вообще, как устроена Зара, то, что
специально там сделано так, что не повторяются какие-то вещи, да, что люди, если что-то не успели купить, то они гоняются за этим, переживают, потому что этого потом не найдешь. Вот, и, в общем-то, мне интересно было об этом узнать, и Зару я полюбила, в общем-то, еще больше, чем раньше. Следующая книга, которую я прочитала, это «Женщина, у которой есть план, правила счастливой жизни». Автор Мэй Маск. Я вообще не знала эту женщину, на обложке просто такая, знаете, женщина седовласая, похожая чем-то, знаете, на эту из мультика «101 далматинец». Такая вот там была такая вот. Я люблю таких женщин, то есть вроде вот смотрю на нее, да, и она такая прям властная, да, и я такой думаю, о, мне интересно прочитать. Женщина, у которой есть план, правила счастливой жизни, думаю, может быть, она что-то для меня откроет, такое интересное. Но, прочитав эту книгу, вообще, я ничего даже особенного не запомнила из того, что она написала. Она рассказывала свою историю, как ей было тяжело, как она верила в себя, какие у нее были сложные отношения также, да, опыт какой-то. И очень много прям, знаете, вот этого вот надо так. Я, честно говоря, не очень люблю, когда нарочито меня пытаются учить. Вот ко мне нужен другой подход, другая книга, и вот будет там книга такая, какой подход мне нужен, я расскажу. И я не люблю, когда в книгах нарочито, как будто, наверное, да. Эта книга, наверное, была написана для людей, которые несчастны, у которых какие-то сложности в жизни, да. И тогда им, наверное, классно, когда их подбадривают и говорят им, давайте, вы сможете, вот, типа, и все у вас получится, надо просто делать вот так, вот так. Просто когда ты читаешь книгу, такое ощущение, что ты вот как-то чего-то у тебя не додали в жизни, да, и тебе рассказывают, как надо. Но я же, автор, там же не написано было, что это для таких людей, да, и я такая думаю, что, как вам сказать, у меня все в жизни, в принципе, неплохо складывается, и я не жалуюсь. Мне просто интересно, что нового и любопытного может открыть мне человек, и чем она как бы делится, да. Я всегда жду какого-то большего, и хочу читать книгу, чтобы меня как-то на уровне воспринимали, что ли, да. Ну и, короче, вот меня это вот отталкивало все время, вот это нарочитое какое-то... Короче, чувствовала себя, что у меня все плохо. Я не люблю такие книги, когда чувствую, что у меня все плохо. У меня не все плохо, вот, и, знаете, как будто меня вот это подбадривают. И такая же книга еще. Короче, я ничего не вынесла из этой книги, правда. Сейчас открою. Такая же книга еще, которая мне не понравилась в том смысле, что тоже... Это Ниссы. Ниссы – восточная мудрость, которая гласит «Будь уверен в своих силах, не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Джен Синсера – автор. Тоже эта книга, вот она примерно точно такая же, они прям на уровне. Ну, здесь, конечно, Ниссы, здесь какое-то, знаете, высказывание, здесь, ну, другой немножко подход. Там как бы автор о себе рассказывает и по ходу жизни свои советы дает. А здесь Ниссы, то есть какое-то правило, что ли, или какой-то такой постулат, да, какого-то человека, я так поняла, или там китайской мудрости где-то написанной, да, и потом расшифровка, что это значит, типа там, не делай там вот это, да, там, и расшифровка, тебе надо вот так вот, для того, чтобы вот так вот, это вот так, и опять же, ну, как бы, опять же, такое ощущение, что я, не знаю, может, это личная моя заморочка, да, мой какой-то это, да, но вот мне показалось, что как будто меня вот воспитывают, учат, вот прям для человека, которого вот надо воспитать, у него вот все плохо. Не знаю, читая такие книги, я чувствую, что у меня все плохо, и мне вот вытягивает меня такой сильный, умный человек с опытом, вот он мне вытягивает. И какие-то очевидные вещи рассказывают, ничего особенного, на мой взгляд, да. Как бы, вообще, короче, эти две книги, они мне не понравились своим подходом, не знаю. Может быть, это такое время, такой возраст и такой взгляд уже у меня, что вот так все плохо. Но зато мне очень понравилось, давайте сразу подойдем к тому, что мне очень понравилась книга, как она была сделана. «Разреши себе быть богатым» авторы Суён Ли и Чуён Хон. «Разреши себе быть богатым». Во-первых, мне понравилась эта книга, то, что автор как бы не обращается, ну, она очень мало обращается именно к зрителю, к своему читателю, да. В основном происходит все так, что она с проблемами, да, вот сама автор с проблемами по финансу. И она находит такого гуру по финансам, вот это Суён, я так поняла, да, Саюн Ли, вот она, да,
очень известная гуру, которая помогает многим обрести богатство и так далее. И то ли она у нее берет интервью, то ли она вот к ней как бы попала, то ли она вот эту книгу пишет, и это Суён знает, вот это я что-то упустила в начале. Но главное, сама суть, да, финансов. И она как бы к ней обращается, да, и спрашивает у нее: а вот у меня вот так вот и вот так вот, а как же вот это и вот это? То есть автор сам с проблемами обращается к гуру. И как бы гуру ей помогает. Но у автора, в принципе, такие же проблемы, как у нас у всех. Нам всем это знакомо, да? И ты как бы невзначай перенимаешь все это на себя, и те советы, которые дает гуру нашему автору, да, мы как бы их и принимаем себе. То есть, понимаете, сделано очень хитро. Вот со мной так надо. Вот если мне давать совет, вот у тебя там все плохо, там где-то, да. Не, конечно, по финансам я понимаю, что у меня все плохо. И, возможно, какая-то книга умная мне зайдет, да, если прям автор начнет мне конкретно вот так вот в книге говорить. Но что касается счастливой жизни, может быть, просто эти книги уже не для меня, да. Может, мне впору самой писать такие книги о счастливой жизни. Поэтому как-то мне они не нравятся. Но с финансовой, с точки зрения, я понимаю, что я что-то где-то делаю неправильно, потому что я не могу выйти, поднять свои какие-то пороги, да, я понимаю, что здесь есть чему поучиться. Вот. Но сам подход был очень классный, очень классный. Есть еще одна такая книга, которую я тоже начала читать и никак не могу дочитать. Я вам сейчас ее покажу. Я ее обязательно дочитаю, я ее купила в фикс-прайсе. Это «Экстремальный тайм-менеджмент». И здесь тоже, кстати, она небольшая. Я остановилась на том, когда надо делать практикум. Да, на практику у меня нет времени. И здесь тоже как бы парень, у которого все плохо, да, вот что-то он со временем не успевает там и так далее. И он знакомится с каким-то парнем, а парень такой весь на подъеме, такой весь, все у него круто, машина, тачка, там жена, деньги, и все он успевает, и такое весь настроение. А тот, короче, тот не успевает, тут не успевает, тут у него все плохо, короче, такой он весь замызганный, зачуханный. И вот они знакомятся, и вот этот успешный парень ему говорит: ну что, хочешь, давай, приходи, короче, типа, научу, да, и все, и вот они начинают обучение. То есть, опять же, как бы, но автор, это, я так понимаю, автор, это как раз-таки тот, кого учат, вот, и он здесь как бы все описывает, то есть, понимаете, да, не тебя, читателя, учат, а учит вот человек, который знает, учит нашего автора. И вот очень клево мне заходят такие книги, вот, «Экстремальный тайм-менеджмент», вот он. Авторы Николай Мурачковский и Алексей Толкачев. Я ее дочитаю обязательно, потом брату еще дам. Мне она прям сразу понравилась с первых строк. Вот, и к чему же мы там? Да, разреши себе быть богатым. Поспойлерю немножечко, мне очень понравилась идея. Очень понравились какие-то высказывания и советы. Совет обладания. На самом деле, я читала, когда эту книгу, я понимала, что многие моменты я делаю правильно, просто интуитивно, да, там она как-то их называет, да, что вот это, да, там какие-то сигналы нужно ловить. У меня это как бы не сигналы там, да, красный-зеленый, а у меня просто интуиция, она говорит либо да, либо нет, и я ее всегда слушаю. Там как бы тоже учится прислушиваться к себе, к своей интуиции. Вот, и на самом деле нужно просто иногда себе вовремя задать какой-то вопрос. Вот, например, элементарно, да, мы, ну, как бы нужно практиковать, да, обладание — это что ты это уже имеешь. Вот то, что ты очень хочешь, а представь себе, вот, например, ты хочешь очень сильно там какое-то платье, да, но у тебя там нет, например, денег на него, к примеру, да. А представь, что если бы у тебя было денег сейчас, до небес. Просто бери, что хочешь. Что сейчас ты чувствуешь к этому платью? Ты также хочешь его очень сильно, да? Или... Ну, это такая вот работа с тонкими такими моментами. И, конечно, я понимаю, что у человека должны быть тоже определенные уже условия внутри, чтобы вот эти тонкие моменты понять. Но это очень интересно. И в этой книге очень много дельных советов. Таких, знаете, вот подзадуматься, почувствовать к интуиции, к своей, да? Действительно. Какие-то вещи. А эта женщина, она не только была гуру, я так понимаю, она еще была какой-то ясновидящей, то есть она прям даже бывала каким-то людям, четко говорила там, делай вот так и вот так. И бывало там внутри такие вот, как там страшно, но они доверяли ей и делали так, как она говорила, и через какое-то время, через годы богатели эти люди, потому что
Ну, как бы она вот это видела, да, все дело. Короче, классная книга, тоже рекомендую ее к прочтению. Она мне очень понравилась, вдохновила. Я еще даже ее, может быть, прочитаю еще один раз. Также я прочитала «Мастер и Маргарита». Я смотрела, девочки, я смотрела до этого фильм, сериал «Мастер и Маргарита». Мне вообще не понравилось, честно. Такая думаю, какая ерунда. А не понравилось почему? Украли впечатление. Я думаю, наверняка украли впечатление. Во-первых, это классика. Школьная программа. Я не люблю вообще. Кажется, у меня именно со школы вообще такая нелюбовь, как все этой классики. Просто даже если будет классная книга, но это школьная программа, которую надо было там читать. И у меня сразу какой-то отврат уже. Я не знаю. Я просто не любила в школе учиться. Этот подход такой школьный весь. Не было игровой формы, понимаете? Не завлекали нас учеников, поэтому у меня вот такое отвращение. Но «Мастер и Маргарита» так все хвалят, даже взрослые люди, кто там прочитал. Прям «Мастер и Маргарита», «Мастер и Маргарита». Я до сих пор не понимаю, почему так любят этот «Мастер и Маргарита». Да ничего особенного там не написано. Ничего интересного там такого нет, чтобы прям «Вау! Моя любимая книга!» А что тебе там понравилось-то в этой книге? Чем она тебе понравилась? Но на самом деле я когда уже пообщалась и начала спрашивать у людей, да чем же она вам понравилась, я в итоге ее прочитала, девочки. Сложно было мне ее тоже прочитать, как бы, но после Паула Коэльо она мне зашла полегче и даже поинтереснее, честно, чем сейчас Паула Коэльо заходит. Удивительно, да? Мне было интересно ее читать, и слог, и все дела. Но еще интересней, когда я ее прочитала, после этого еще раз посмотреть сериал «Мастер и Маргарита». То есть, ну, более-менее развязалась. Я вообще не понимаю, если я в школе бы ее читала, вообще ни хрена бы не поняла, честно. Ну, вообще, настолько неинтересно, мне кажется, для меня это было. Сейчас я и то пыталась сосредоточиться и понять, и то было сложно. Представляете, когда мне это вообще неинтересно и не нужно, на мой взгляд. Вот, я думаю, что это... Было интересно тогда, когда эта книга была написана, и вот в определенное время, когда у нас только начались, знаете, какие-то вот по телевизору только начали показывать какие-то эзотерические моменты, какие-то там рай, а там же даже как раз в этой книге и прописывается вот этот момент, да, что типа Бога нет, и вот так вот, вот они разговаривали об этом, так вот, да, в открытую. И вдруг вот появился такой человек, который решил что-то там показать, доказать обратное. Как бы на тот момент, когда была создана эта книга, это было интересно, потому что не было еще всего того, что сейчас у нас есть. И, конечно же, для современного человека, как бы прочитав эту книгу, мне кажется, да, она будет казаться какой-то примитивной, да, и ничего особенного. Но тогда, когда читали эти люди, да, и когда это только начало открываться, об этом начали писать и говорить, только начали все по телевизору все показывать, да, что-то такое, такое потустороннее, да, это было тогда очень интересно, и тогда, возможно, эта книга такое впечатление производила на людей очень сильное, да, и она как бы стала классикой. И ее, видимо, так и начали передавать, мне кажется, да, вот в такой форме, что она какая-то такая нереальная. Но, в общем, я рада, что эту классику я все-таки осилила, можно и другие попробовать, просто хотя бы поддержать разговор, да, типа школьная программа у меня есть. Ничего, что она прочитана не в школе, но тем и лучше. Понимание, осознание каких-то вещей больше. Так, что еще? Все, «Иди туда, где трудно», сейчас я читаю книгу «Иди туда, где трудно. 7 шагов для обретения внутренней силы». Автор Тай Юн Ким. Это такая женщина из Южной Кореи. Блин, начала читать эту книгу, правда, там прослезилась. Южная Корея, какие там обычаи, как вот она выросла, в каких условиях она выросла. Вообще жесть просто. И молодец, вот интересно тоже историю прочитать, как она пришла к тому, что начала заниматься боевыми искусствами женщина, да, ну и как бы сила о том, как воссоединить вот, да, там вот внутреннюю силу, там дух и вот, короче, моменты внутренние какие-то, как соединить для того, чтобы вот прийти к какой-то своей цели, вот, а, ну, у нее там вот знания именно... По боевым искусствам там же тоже вот бывают восточные такие боевые искусства, да, там еще и философия.
И это распространяется не только на тело, да, чтобы там противника своего бить, но и по жизни вот как-то ты меняешь. Ну, вот она дает там какие-то советы тоже, но мне интересно читать, любопытно, да, понравилось мне. И вот следующая книга, которую я буду читать, это «Закончи то, что начал, как доводить дела до конца». Автор Джон Эйкафф. Ну, вроде много отзывов 2017 года издания. В общем, почитаю. Вот такие вот книги у меня впереди. Да? Все вроде сказала. Вроде все сказала. Ну, еще я читала «Красную таблетку», но оказалось, что эта книга не книга «Красной таблетки», а «О красной таблетке», самого автора «О красной таблетке», да, и как-то это... Ну, я, в принципе, поняла, о чем суть там, да, этой «Красной таблетки». Такой трезвый критический взгляд на жизнь. Кто читал «Красную таблетку», да, можете тоже написать свой отзыв. Я еще ее прочитаю, именно что в книге написано. Вот. Ну, даже не буду сейчас, наверное, об этом говорить. В общем-то, и все, мои хорошие. Вот такие вот книги. И вы поняли, да, что я рекомендую к прочтению. Я не буду сейчас подводить итог, потому что видео растянулось какое-то такое. В общем, вот так вот. Следующий заход. Залпом читают эти книги. Да, мне очень нравится, очень интересно. Как-то обогащается и... Короче, кайф, мне нравится. Я даже чаще читаю сейчас, чем смотрю сериалы. Хотя я люблю сериалы, да, ну вот как-то надо время на все это дело находить. И у меня либо я смотрю сериалы, либо я вот читаю. Но вот сейчас как-то я вот с упоением читаю. В общем-то, рекомендуйте тоже книги какие-то, может быть, которые изменили вашу жизнь, да. Тоже будет любопытно почитать. Вот, возьму себе на заметочку, напишу. Пишите в комментариях, что рекомендуете. Ну, вы поняли, наверное, да, из моего монолога, какие книги мне нравятся, и если они какие-то психологические ведут к росту какому-то, как они должны быть написаны, да, не напрямую вот так тебя учить, а как-то вот интересно, из-под выпер, да, как бы не тебя учат, но ты учишься. Вот. Все, жду ваши комментарии, отзывы, обязательно ставьте лайк, если хотите следующее видео о моих следующих прочтенных книгах, вот, отзыв, и я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного, люблю вас, всем пока-пока!